Perhaps. Только что мы обнаружили ребят, которые качают пиво с App Store. Пиво Apps, у них есть какой-то специальный переходник. Сколько инвестиций? Абсолютно, абсолютно. Мы создали этот хардвер-стартап, переходник, позволяющий выкачивать из App Store абсолютно физические предметы без использования 3D-принтера. Это невероятно потенциальный рынок, он находится на самом старте. Как бы на данный момент $0. $0 объем рынка. Слетает. Спутниковую связь и прилетающие комету, на которой лежат эти... Ребята изобрели еще такую штуку, как говорящие руки. Правда? Ваша рука умеет говорить? Да, наша рука обожает давать интервью Financial Times, NBC и другим. Понятно. Сколько нужно инвестиций на такую штуку? Не нужно. Все есть, все есть. Деньги есть, инвестиции не нужны, все в порядке. Как у вас можно взять деньги? Мы денег не даем, извините. Мы не берем и не даем деньги. Даже в магазинах не даете денег? Мы не ходим в магазины, мы ходим в App Store. Все в App Store. В App Store все. Рекомендую заказ UA еще покупаем, да. Ты инвестор? Заходите на сайт Максим. Журнал... Журнал Максим. Журнал просто. Максим. Да. Заходите в него. Roma Republic, Everyday. Маркетинг. Yes, пиво Апс, говорящие руки. Еще одна пришла дамочка. Да, дамочка. Это она. Всем пока. ITCE. Круто.